Была бы наша воля, то приз зрительских симпатий на конкурсе поворот от нас получила бы Мария Федоровна Васильева, жительница дома номер 27 по Октябрьскому проспекту. А скажите, пожалуйста, вот что вы сейчас делаете? Сейчас я готовлю быстрый ужин, потому как у нас отключили газ внезапно, не предупредив. Поэтому надо как-то выходить из положения. Электроплитки нет у нас. Электрочайник, вот, к счастью, оказался. Скажите, насколько удобно использовать утюг в качестве электроплитки, в качестве плиты? Ну, это, наверное, уж не очень удобно, но в экстренных случаях можно приготовить яичницу или что-то разогреть, если уже есть что-то готовое. Вот вчера, например, я разогревала, у меня было готовое. А сегодня приходится жарить. Приходится жарить. В доме номер 27 газ отключили 2 дня назад. Дом ведомственный принадлежит предприятию под названием Онежский район водных путей. Жители его исправно платят за газ, однако предприятие за газ Кореугазу не платит. Аналогичная ситуация сложилась в других ведомствах, жилые дома которых также последние 2 дня отключены. Вообще с газом ситуация следующая. Первое. Заводы поставки прекратили. Второе. Газа осталось на 3 дня. Третье. Зимнего газа нет и не предвидится. Сейчас Кореугазу задолжали 8 миллиардов рублей. Из них 3,5 миллиарда составляют долги населения. Иные не платят по 3 года, и их долг составляет 500-600 тысяч рублей. Однако к жителям дома номер 27 по Октябрьскому проспекту это не относится, чего они и не могут понять, ведь за газ-то они платят.